Всем привет, ребята! Видите, мы сегодня на велосипедах. Вот, едем за трубой. Сегодня видео, как мы будем вести длинную трубу трехметровую на велосипедах. Вот я приспособу сделал. Самое наипростейшее. То есть мы велосипед используем не только для того, чтобы как бы здоровья набираться, а еще для того, чтобы получать пользу. То есть, ну да, а что? Зачем на машину тратить, когда можно и здоровье получить, и бензин сэкономить, и дело сделать. Юра говорит, что если мы едем на машине, он говорит, все на табуретке доехал и ничего полезного не сделал. Да, так и есть. Посмотрите, я с этой женщиной еду. Сначала выезжали, она не могла одежду подобрать. Потом выехали, заехали в магазин, надо воды купить, попить. Потом воду поставила к себе, вон туда, специальную чашку, она у нее вывалилась. Потом она остановилась подвести часы, не знаю зачем. А тренировка у нее началась. Короче говоря, я бы уже давным-давно был на месте, но мы все едем и едем. Ладно, будем продолжать движение. Это все произошло не более 500 метров от дома, вот то, что я вам сейчас рассказал. Так, продолжение истории. Теперь она захотела пить. Она едет вот так вальяжно, не торопясь, в прогулочном темпе. Тренируется она. Говорит мне, брось меня, командир, брось. Не тащи меня через границу. Вот так, Лариса, тенечек поставил, я сейчас рядом. Саморезы какие брать? Подлиньше? В прошлый раз мы на сколько? Лариса ушла выбирать то, что ей нужно. Вот видите, завязки я уже показывал. Вот так примерно смотрятся наши велосипеды. Старт шоссе, мой любимый. Сидушку я поменял в прошлом году. Наверное, видео выставлю. И не очень-то она мне нравится. Пластиковая мне больше нравится. Сейчас Лариса должна выйти. Она выбор сделала. Я прошел, посмотрел, что все, выбор хороший. Она, у нее голова работает нормально. То есть живет со мной не зря. 33 года и 3 месяца. Вот. Сейчас выйдет. Так, вот выходит счастливая обладательница. Да. Наверх развернуться там не могла. Сама не могла без мужчины? Ну, там много. Держи. Было людей, и чтобы не мешать. Так, моя задача держать профили кроме еще, кроме камеры. Вытаскиваем. Теперь нам нужно распределить, где у нас центр тебя. Подожди, убери руку. Убери руку. Ты седло снимаешь, меня снимаешь. Так, я ищу центр тяжести. У Юры все по-научному. Центр тяжести, вот примерно серединка вот здесь. Вот здесь серединка. Ты не меня снимай, а трубу. Так, теперь мы это все дело вот так прикладываем. Зафиксируем. Да. Неудобно, надо ее помощь, поэтому выключай. Потом покажу. Так, вот Лариса тут. Смотрите, мы предварительно намотали старую. Да, я уже показывал. Теперь мы взяли стрейч-пленку. И стрейч-пленка. Какие мы умные, а? Теперь где вторая? Следующая стрейч-пленка. Юра предварительно дома отрезал. Можно бы было скотчиком. Ну, еще есть. Сильнее тяни. Ты же сказал, я тебе тормоз. Все, ты уже его испортила. Че уже? Вон, видишь, она болтается. Надо хорошо. Давай ты, давай. Ты еще скотчиком зафиксируешь. Видишь?
Ребят, нужно, конечно, было на машине поехать. Но, это же было бы легко и просто. Да, это было бы все так легко и просто. Юра любит сложности. Ну ты же сама предложила на велике. Ну чего вот сразу Юра? На машине ты бы согласился или нет, я не знаю. А вот на велике... Это все-таки понадежнее. А здесь? Так, подожди. Нормально. И здесь. Ну вот, ребята, смотрите, какая у нас конструкция получилась. Торчит сюда сантиметров 70 и туда. Не 70, там 65. Вот. Ну, Лариса еще хочет в фикс прайс заехать. Да, Ларис? Ей же надо приключения, чтобы были с этими трубами. Вот, смотрите, как я с трубой еду. Видите? Труба, напоминаю, 3 метра длиной. Вот, остановились тут по пути в магазине. Фикс прайс. Показываю, как все это выглядит. Лариса побежала. Смотрите, по улице наносят разметку. Пока Ларису жду. Тут много интересного, о чем можно увидеть. Какие машины ходят. Так, а вот появилась и Лариса с магазинчика. Что ты, милая, купила? Клички. А, вот на эту трубу, я так понял. Теперь я повешаю свои футболки и буду радоваться. Готовится, видимо, к майским праздникам, видите? Туда-сюда, туда-сюда. Это уже новый город. То есть, если в прошлой серии... Ух ты! От ветра-то как, смотрите, меня болтает. Притормаживать надо. Быстро нельзя ехать. То есть боковой ветер и труба от парусности создает, меня начинает болтать. Опять у Ларисы что-то случилось, остановилось. Беспокойное хозяйство наше. Осторожно, труба! Что беспокойное хозяйство? Опять что-то случилось? Да я мужчине предложила. Что там мужчине предложила? Я так понял, собаку. А, любовь. Мне послышалось собаку. О, ребята, смотрите, тюльпаны распустились. Тепло. Ну вот, девочки, теперь Юра меня отправляет вперед за мной едет, чтобы я не остановилась нигде. От рук отбилась совсем. Мужчинам предлагает собаку или еще что-нибудь. Опять ждем Ларису. Не переключила скорости на пониженную. Еле-еле забралась на бугорок. Я лошара, не переключилась. Че стоим? Ну, вообще на зеленый надо идти с трубой-то. Так, ребята, что я хочу рассказать. Вот эта труба, она трехметровая и как бы парусность велосипеда повышенная. И еще сверху ее, этой трубы, такая полиэтиленовый пакет. И получается как парус. И если ветер боковой, то велик начинает вот так вот прям. Ты его еле удерживаешь руками. О, видите, да? Притормаживая быстро нельзя. А то вибрация пойдет такая, что можно упасть. Ребята, запахи черемухи вообще обалдеть. Вот у нас тут распустилась черемуха. Черемуха это, да? Класс, блин. Ну, тепло. Конец апреля. Ну да, обычно заморозки. Так, ну вот мы прибыли, наконец-то, из конца в концов. Из конца в конец. Я пойду цветики полью. Да, Лариса тут же себе работу нашла. Приехали, привезли трубу. О, тут что-то нам надуло пакетов. Да тут